Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Вот эта песня, на самом деле, я очень люблю, потому что эта песня не про любовь. Обычно песни про любовь бывает, но эта песня не про любовь, просто чтобы было люди друг друга поддерживать, чтобы люди были более близкие, дружеские отношения про эту песню. Поэтому надеюсь, все люди как-то-нибудь, чтобы вместе были, чтобы друг друга уважали, друзья, самое главное, уважать друг друга. Еще раз всем добро пожаловать на наш канал в Ютубе, друзья, с вами Ас. Ваш человек в Турции и в самом сердце Алания находимся, центр города Алания, где район Клеопатра, длинный, широкий, известный пляж, пляж Клеопатра с вами, дорогие друзья. И здесь сейчас хочу с вами поделиться одна шикарная, красивая квартира, место расположения. Отличное место расположения. Центр есть центр. Правда, друзья, не только для себя, еще очень важно для инвестиций, для аренды. Вот это место, которое у меня, вот этот балкон, вот это первый этаж сейчас с вами будет. Это для аренды тоже очень хорошо. Рядом есть базар. Каждый вторник здесь натуральный, свежий, вот такой искренний овощи, фрукты продаются. Базар каждый вторник здесь. Рядом больница Башкент, рядом больница Анадолу, рядом кадастровое управление. Если вы покупаете, ТАПУ тоже недалеко будет. Отсюда сразу можете идти, получить свои ТАПУ, дорогие друзья. Так что, друзья, короче, все место расположения отлично. Еще пляж здесь отсюда буквально 300 метров. Да? Сколько метров отсюда? 300. 300 метров, да? Очень хороший пляж. Пляж Клеопатра, дорогие друзья, действительно, это очень хороший пляж. Я сам тоже в центре города Алания живу. Очень хорошо. На будущее тоже очень хорошо. И вот такой огромный бассейн, еще детский бассейн тоже есть. Центр есть центр, в самом деле, друзья. Центр называем, но в самом деле в Алании центр всегда тихо, спокойно. Экология чистая, солнце, море. Для комфортного жизни еще что нужно, правда, друзья? Поэтому если вы хотите свою жизнь менять в хорошую сторону, обязательно к нам обращайтесь, дорогие друзья. Если вы мечтаете жить возле Средиземного моря, это уже не люкс. Я считаю, что уже возле моря жить, это уже не люкс. Это просто нужно, дорогие друзья, для здоровья. Особенно сейчас, вот такое время, нужно нам экология, нужно нам солнце, нужно нам море, нужно нам свежие, натуральные, искренние, вкусные овощи, фрукты, дорогие друзья, натуральные овощи, фрукты. Как здесь есть вот такой огромный, большой банан. Вот возле вашего балкона здесь бананы. Вот в Алании, вот бананы закрываются вот такой пакетом, чтобы от дождей не испортить, от холода. На самом деле в Алании зима не бывает, но как-то уже 10, 11, 13 градусов здесь. Местные считают, что это зима, как-то турки одеваются вот такой длинный рубашка. Это уже для нас зима, дорогие друзья. Но я сам жил в России, я знаю, настоящая зима, что такое мороз, минус 30 градусов, как-то 20, минус 20, люди радуются, они бегут на улице, шашлык жарят. Здесь такого нету. Так что, друзья, мы потихоньку с вами идем внутри квартиры, вот это балкон. Все относится к нашей квартире, которую я с вами хочу поделиться. У главы огромный балкон и очень красивый сад. Я люблю сад, я люблю вот этот пейзаж, очень красивый. Давай, оператор, отсюда тоже покажи. И здесь место для велосипеда, место есть. Много дерева, зелени, территории очень красивые. Такой маленький, но уютно, неважно, большой. Иногда бывает огромная территория, но грязный, не, очень неприятно бывает, правильно? Пусть мало, но приятно, красивее, чистота. Вот это место очень чистое. Так что давайте теперь поднимаемся на первом этаже, посмотрим, что нас ждет.
Моя дочка тоже хочет вот так танцевать. Она часто мне говорит, когда я пойду на курс танцевать. Она тоже очень хочет. Так что теперь мы с вами поднимали, друзья, на первом этаже. Очень красивая квартира. Сейчас будем с вами все посмотреть. 1+1, 55 квадратных метров. Как видите, она так продается, друзья. Вот такой огромный диван, угловой такой диван, телевизор, кондиционер, вот эта масса, сандалии, все выходит стоимость. Давай место меняем, оператор, чтобы видно было квадратный большой зал вместе. Вот это бытовая техника. Вот кухня здесь с залом вместе. Духовка, вытяжка, чамашир макинесы. Вот это все выходит стоимости. Чайник, майник. Вот это все готов. Вам только нужно свои полотенца забрать, переезжать. Холодильник тоже. Все готов, друзья, все есть чистый, очень чистый, даже никакой грязи тоже нет. Я сразу проверяю, все под контролем. Я вот эта чистота для меня очень важна. Давайте еще идем, спальная комната тоже посмотреть. 1+1, центр города Алани, где район Клеопатра. Для сдачи аренды очень хорошо подходит просто, друзья, огромный, большой. Кровать есть, здесь перехожая, вот это перехожая, здесь сразу напротив у нас вот такой шкаф, длинный, большой шкаф, в самом деле, друзья, и здесь спальная комната, заходи, заходи, давай, ты первый, не стесняйся, все будет хорошо, не переживай. Итак, здесь вот такой огромный, большой, слишком большой кровать, да? Почему-то не знаю, такой огромный кровать поставили. Здесь такая картинка немножко сексуально смотрится, но ничего не страшно. Обычно такие картинки нельзя спальная комната поставить. Вот так. Здесь еще здесь вот такой шкаф, красивый, хорошо. Короче, потолки тоже очень высокие. Это чистый для сдачи аренды, очень хорошо в самом деле. Давайте еще балкон тоже заходим. Здесь с правой стороны вот такой санузел. Санузел. Покажи санузел тоже, пожалуйста. Санузел тоже такой небольшой, не маленький. Подойдет. Пойдет, пойдет. Все хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Давайте теперь балкон. Заходим вместе. Балкон достаточно, как будто еще одна комната, да? Огромный, большой балкон, в самом деле, друзья. Вот это балкон и мебель тоже выходит стоимости. Вот стой там, чтобы видно было огромный, большой такой балкон. Угловый такой большой балкон, друзья. Итак, что мы с вами смотрели, друзья? Мы с вами смотрели 1+1, 55 квадратный метр, центр города Алания, где район Клеопатра, дорогие друзья, очень хорошо место расположения. Как-то вы сами здесь не будете жить, мы можем сдавать аренда ваше жилье, как-то вас нету. У нас только два менеджера есть в офисе, с арендой занимается. Так что для аренды, для себя идеальное место расположения. И, конечно, теперь интересуется цена. Какая цена? Какая цена? 65 тысяч евро. 65 тысяч евро. Давай, какая цена? 65 тысяч евро. 65 тысяч евро. Центр города Алания, море буквально 250 метров недалеко. Все городская инфраструктура здесь рядом, друзья. Так что и, между прочим, наш филиал, офис тоже здесь рядом, недалеко отсюда. Если у вас какой-то вопрос будет, сразу можете побежать к нам. Так что, друзья, с вами был Асым, ваш человек в Турции. Если есть какой-то вопрос именно ко мне, можете ко мне обращаться. Под видео есть мои контакты. Пишите, звоните. +90 530 442 42 33. Там есть Viber, WhatsApp и Telegram, дорогие друзья. Вы знаете, я вас очень люблю, скучаю. Давайте, иногда пишите, звоните, особенно в субботу, воскресенье. У меня время много. Всем удачи, пока-пока.